Может, он вместе с ними? И вместе с ней? Бласина права, Диего. Было бы непростительной трусостью бросить Доню Перфекту. Мы не можем строить наше счастье на несчастье других, иначе мы раскаивались бы потом всю жизнь. Я думаю о таком развитии событий, иногда прихожу в отчаяние. От Иллюминады, Валерии и всех тех, кто может испортить наши отношения. Я жду не дождусь, когда ты станешь моей женой, чтобы раз и навсегда покончить со всем этим. А как, по-твоему, чувствую себя я? Меня одолевает тоска. Но мы не можем поступить опрометчиво. А что нам делать? Скажи. Я пытался подготовить почву, чтобы все сказать маме, но чем больше я стараюсь, тем меньше добиваюсь. Она самая упрямая женщина в мире. Возьми случай с Айде. Она страдает, умирает от желания увидеть ее. Но отказывается простить, потому что тогда придется признать свою ошибку. Если она так поступает с моей сестрой, то что она сделает с нами? Клянусь, я не знаю, что предпринять. Не знаю, что тебе сказать. Но я никогда не соглашусь нанести ей удар в спину. Алисия. Алисия, ответь мне на один вопрос. Но ответь искренне. Ты смогла бы отказаться от моей любви, только бы не ранить мою мать? Никогда, Диего. Я бы не отказалась от этого. Если бы я поступила так, то только ради детей, но они согласны, слава Богу. Тогда чего же мы ждем, дорогая? Чего мы ждем? К сожалению, это правда, дорогая. Какой бы жестокой она ни казалась. Это единственный выход. Должно быть решение, мы обязаны найти его. Мы не можем с ней так поступить. Потом мы будем жалеть об этом. Нужно пригласить священника домой. Зачем, Доня Перфекта? Хочу попросить его осветить чердак. Ты считаешь, я поступаю неправильно? Вы говорите о снятии порчи или что-то в этом роде? Что-то типа того. Ты же знаешь, что мой сын Амадор умер насильственной смертью и при странных обстоятельствах. Его душа мечется, и он пытается передать мне какое-то послание. Ради всего святого, Дони Перфекта, не говорите мне об этом, я такая впечатлительная. Лучше забудьте. Ладно, я закажу несколько месс. Там эта женщина. Она так пристально на нас смотрит, Доня Перфекта. Нахалка. Посмотрите на ее наряд. Она очень элегантна, увешана драгоценностями. Хочет привлечь к себе внимание. Что бы она на себя ни нацепила, она останется потаскушкой. А драгоценности, сомневаюсь, что они настоящие. Это дешевка, которую купил ей муж. Больше не смотри на нее. Не обращай внимания. Куда вы идете, Доня Перфекта? Домой или на фабрику? Разумеется, на фабрику. Ты же знаешь, Иллюминада, что по субботам мы работаем полдня. Там столько дел. Так я отвлекаюсь, потому что чувствую себя одинокой без внуков. В таком случае я с вами, потому что мне тоже скучно одной. Кроме того, не хочу принимать Юдит. Мне надоели ее визиты. Добрый день. Я с вами поздоровалась. Почему вы не ответили, сеньоры? Нас не интересует ваше приветствие, так что оставьте нас. РТИ «Колумбия» представляет телевизионный многосерийный фильм «Вдова Бланка» по мотивам произведения Хулио Хименеса. В фильме снимались Освальдо Риос, Мария Елена Доурин, Консуэла Лусардо, Альваро Байона, Анна Мария Ойос,
Леонор Гонсалес Мина, Хулио Дель Мар, Матео Рудос, Сантьяго Рудос, Херардо Калеро, Даниэля Риса, Анна Моника, Сандра Перес. Автор сценария Хавьер Карро. Композитор Мигель де Нарваес. Оператор Сезар Контрерас. Продюсер Хуго Леон Феррер. Режиссер Аурелио Валькарсель Карол. Скорее всего, ей достанется все ваше состояние. Вы ведь на все готовы ради нее, в то время как она делает то, что ей хочется. Вы меня простите, Дона Полита, но я остаюсь при своем мнении. Вы не сможете справиться с Валерией. Вам не кажется, что вы переходите границы, лейтенант? Вы мой друг, но это не дает вам права обсуждать мои личные дела. А мне кажется, что я имею право. Тем более, когда речь идет о Валерии, потому что у нее нет совести. У вас нет причин так говорить о моей жене, лейтенант. Она меняется и доказывает это. Вы только что сказали, что видели ее выходящей из церкви. Да, но до этого она навестила дом Корнелио Гуарнисо. Значит, она там была? Вы в этом уверены? Она вышла оттуда тайком, но она побывала в этом доме. Черт бы я побрал. Странные шаги. Мы их слышали ночью, и бабушка тоже слышала. Они были такими странными, что бабушка стала обследовать чердак. Это наше убежище, а раньше он был убежищем дяди Диего и папы, когда они были детьми. Поэтому бабушка думает, что по дому бродит душа папы. Дети, пожалуйста, перестаньте рассказывать ерунду, а то ваша мама расстроится. Разве это не правда? Мы уже несколько дней слышим шаги, и бабушка дала нам понять, что это призрак папы. Я вас просил не говорить об этом, понятно? Незачем вспоминать моего брата Амадора. Это ни к чему. Диего, пожалуйста. Мы поступили плохо, верно, мама? Мы не должны были вспоминать о папе. Наверное, он причинил дяде много вреда. Не только ему, уверяю вас. Не только ему. Не готово. Почему столы не накрыты? Заказан обед на несколько персон, и люди скоро придут. Не беспокойтесь, Дон Хустинито, мы приготовим все в мгновение ока. Когда сеньоры Алисии нет, мы все делаем так, как будто она здесь. Неправда, дома это неправда. Придется сказать ей, когда ее нет, в отеле нет и порядка. Вы лишаете ее свободного дня. А вы знаете, как для нее важно встретиться с близнецами и, конечно, с Доном Диегито? На что ты намекаешь, глупец? Иди сюда. Почему ты думаешь, что Диего Бланко важен для Алисии? Отвечай. Вы догадались, Дон Хустинито. Я все знаю. Я говорил с Доней Алисией, и как вы, знаю, что она и Дон Диегито помолвлены. И мне кажется, это очень хорошо, очень хорошо. Замолчи, Мегатео. Замолчи. Конечно, я буду молчать. Я знаю, что это секрет, о котором никто не должен знать. Клянусь моей святой мамочкой, что ничего не скажу Дон Хустинито. С моих уст не сорвется ни слова. Я никогда ничего не скажу. Никогда. Вам что-то нужно, сеньора? Я обставляю заново дом и хочу купить ковры. Кто меня обслужит? Никто, потому что мы уже закрываем. Лучше скажите, что вы не хотите. Возможно, это глупо, но я куплю много. Донья Перфекта вас не обманывает. Мы закрываемся в полдень. Уже поздно. Придется прийти в понедельник. Так что сделайте одолжение. Уйдите, сеньора.
Вы считаете это хорошо, так со мной обращаться? Сначала вы со мной не здороваетесь, а теперь отказываете в услуге, как будто я причинила вам зло. Вы заслужили такое обращение. Я прекрасно знаю, что вы пришли не сделать покупку, а помучить меня. Вы предвзято относитесь ко мне, Доня Перфекта, без всякой причины. Вы считаете, у меня нет причин? Мне бы не хотелось напоминать вам о некоторых случаях в усадьбе, когда вы преследовали Диего. Мне тоже пришлось терпеть вашу наглость, несмотря на то, что я невеста Диего. Значит, вы его невеста? Я этого не знала. Да, она невеста Диего. И лучше вам знать об этом, и не кружитесь вокруг нас, как будто вы что-то потеряли. Вам здесь нечего делать. Тем более сейчас, когда вы замужем за Ипполито Риболью. Сохраняйте дистанцию, сеньора. Разумеется, я ее сохраню, будьте уверены. И не стоит предъявлять мне претензии за прошлое. А если хотите это сделать, то предъявите их другому человеку. Особенно вы, если вы действительно помолвлены с Диего. Я не имею к нему никакого отношения. Но женщина, которая с ним встречается, имеет, да еще какое. Минутку. Вы не можете так уйти и оставить нас в неизвестности. Вы сейчас же объясните мне все, что хотели сказать. Объясните же. Вы хорошо меня знаете и знаете, когда я о чем-то предупреждаю, это серьезно. Я не хочу, чтобы вы встречались с моей женой. Такая дружба ей ни к чему. Ни вы не должны ходить в мой дом, ни ей незачем приходить сюда. Вы хорошо меня знаете и знаете, что я не терплю ни угроз, ни предупреждений, тем более безосновательных, как в вашем случае. А вы? Почему слушаете то, что вас не касается? Уйдите отсюда. Это не ваше дело. Что с вами? Брак сделал вас таким недоверчивым, что вы ссоритесь со своими друзьями. Я считала вас старым другом, и посмотрите, как вы себя ведете. Я прошу вас об этом как об услуге. Я не оказываю таких услуг. И если вам так не нравится, что Валерия виделась со мной, скажите ей, чтобы она со мной не общалась. Где она сейчас? Посмотрите на него, а я откуда знаю, где она может быть? Разве я сторож вашей жены? Понятия не имею, где она. Вы не можете уйти, не объяснив нам, на что вы пытались намекнуть. Разве вы не хотели, чтобы я ушла отсюда? И побыстрее. Пожалуйста, разойдитесь. Оставьте все как есть. Я не буду говорить больше положенного, хоть вы и заставляете меня сказать то, чего я не должна говорить. Так что опустим детали. Раз так, то это значит, ваши слова полная ложь. Нет, никакой лжи, сеньор. Вы считаете меня дурной женщиной, поэтому сторонитесь. Не верите, что я могу соответствовать вашим требованиям. И чтобы защитить себя, я не стану распускать сплетен. В любом случае, вам придется прояснить ситуацию. Вы обещаете, что не выдадите меня? Несмотря ни на что, я по-прежнему уважаю Диего и не хочу ему навредить. Хорошо. Обещаем, что мы никому ничего не скажем. Но, пожалуйста, говорите. Вы сказали, что Диего встречается с женщиной. Эта женщина существует? Или все это плод вашего воображения? Разумеется, существует, и, конечно же, это не я. Вы мне не доверяете, думаете, что я буду преследовать Диего, хоть и вышла замуж. Нет, я не буду этого делать, потому что люблю моего мужа и уважаю его. Женщина, с которой он встречается в данный момент, с ним. Как и каждую субботу, они не упускают возможности побыть вместе. И это продолжается уже давно. Говорите, наконец, о ком речь. Или вы просто хотите оклеветать Диего? А вы еще не поняли, о ком речь? О вдове его старшего брата, об Алисии Гуардиоле. Это ложь! Вы лжете! Отпустите меня, сеньорита. Отпусти ее. Успокойся, Иллюминада. Это подлость. Вы лжете. Это грустно. Я бы никогда не придумала ничего подобного, если я осмелилась сказать вам, то лишь чтобы предупредить. Вы опасаетесь не того, кого нужно, и упустили из виду настоящую опасность. Сам Диего сказал мне об этом, когда мы порвали наши отношения. Донья Перфекта. Поэтому я и вышла замуж за Ипполито. Мне нечего было от него ждать.
Это глупо бегать за мужчиной, который влюблен в другую, причем серьезно. Он ведь готов жениться на ней. Это смешно. Я отказываюсь поверить, что это правда. Если вы мне не верите и считаете, что я говорю так от досады, можете сами все узнать. Это можно проверить прямо сейчас. Он с ней в усадьбе. Я знаю об этом, потому что видела, как они утром уезжали. Вам нужно остерегаться не меня. Я безобидна. Опасность в Алисии Гуардиоле. Так что берегитесь ее. Я вас предупредила. Это не может быть правдой. Нет, нет. Это неправда. Ну, все, все. Замолчите, головастики, замолчите. Мы поем, чтобы ты успокоился, дядя Диего, потому что ты сердишься на нас. Да, перестань злиться и прости, если мы сказали что-то не то. Кроме того, мы репетируем, чтобы выступать как лучшая певица планеты, сказочная Айде Бланко. В любом случае, помолчите. Я устал от ваших воплей. Диего, пожалуйста, что с тобой? Не знаю. Честно говоря, я немного нервничаю. И не знаю, почему. Не знаю. Успокойся, не тащи меня. Я не скотина. И не подумаю. Тебя нельзя оставлять дома одну. Как только за мной закрывается дверь, ты тут же убегаешь. Не устраивай скандала на улице. Когда ты поймешь, что тебе нельзя ходить в дом Корнелии Гуарнисо? Не следи за мной, у тебя будут проблемы. Я вольна навещать того, кого мне хочется. Откуда ты идешь? Где ты была? Ходила по магазинам. Мне нужно купить вещи для дома. Это мы должны делать вместе. Как мы можем сделать это вместе, если ты все время в дискотеке? Пока я буду занят, ты останешься рядом со мной. Поняла? Успокойся, дочка. Успокойся. Посмотрим, что можно сделать. Папа, это самое ужасное, что могло произойти. Что случилось? Случилось что-то на улице? Ничего, Тереса, не произошло ничего. Пожалуйста, оставьте нас и закройте дверь. Иллюминада, прошу тебя, возьми себя в руки. Не нервируй меня еще больше. Ты не представляешь, что чувствую я. Я не могу вообразить, что в жизни Диего есть другая женщина, и что это Алисия Гуардиола. Даже не говори об этом. Не говори. Но это не она так говорит. Так утверждает Валерия Сандоваль, Дони Перфекта. Именно потому, что речь идет об этой женщине, мы не можем верить ее словам. Она больше всех заинтересована в том, чтобы замарать репутацию Диего. Все это выдумки. Простите, Донья Перфекто, но она была уверена в том, что говорила. Поклялась, что Диего сам сознался в этом. Для того, чтобы избавиться от нее, Диего мог сказать о помолвке с кем угодно. Я убеждена, что это правда. Я подумала и пришла к выводу, что Диего использует детей, чтобы встречаться с ней каждую субботу. Я не хотела вам рассказывать, Донья Перфекто, но однажды я застала ее в усадьбе. Не думаю, что Валерия солгала. Нет, нет, не говори так, пожалуйста, не говори. Я в полном замешательстве. Не могу собраться с мыслями. У меня голова сейчас взорвется. Донья Перфекто, пожалуйста, успокойтесь. Сядьте, сядьте, вы очень бледны. Нет. Нет, нет. Это не может быть правдой. Если бы это была правда, я бы сошла с ума. Я не позволю загнать себя в угол тем, что наговорила эта мерзавка. Это абсурдно. Нет. Это абсурдно. И не укладывается в голове здравомыслящего человека. Да, поговорим с Диего. Немедленно едем к нему. Ни в коем случае. Он ничего не должен заподозрить. Мы будем молчать, пока все не выясним до конца. Но так, чтобы никто не знал, правда это или ложь, мы сами проверим. Мы все узнаем, чего бы нам это ни стоило.
По крайней мере, мы знаем, что Диего ездит с ними. Валерия не солгала, когда сказала, что Алисия Гуардиола проводит субботы в усадьбе. Верно. Все верно. Замолчите. Если это правда, значит, дети все знали. И они согласны с ними. И Бласина, и Керубин, и все служащие усадьбы. Не могу поверить, что они предали меня. Но вы что, не видите, Доня Перфекта, не видите? Я вижу, что Диего вернулся с детьми и с этой женщиной. Но это вовсе не говорит о том, что у них роман. Пока я не увижу ничего действительно компрометирующего, никто меня не убедит. Не может быть, чтобы все их покрывали. Это было бы низостью. Это низко, подло, но это правда. Что мы будем делать? Что мне делать, папочка? Это худшее из того, что могло случиться. Как я могла подумать, что Диего увлечется такой женщиной? Точно мы пока ничего не знаем. Ты не слышала, Доня Перфекто? Постарайся успокоиться. Ты выводишь меня из терпения своими жалобами. Мне не нужны доказательства, папа. Это факт. Вы с Доней Перфекто ищете оправданий, а моя интуиция подсказывает, что все это правда. Это ненавистная тварь и ее проклятые близнецы. Теперь я понимаю, почему эти ребятки меня ненавидят и хотят разлучить с Диего. Иллюминада, я отказываюсь поверить, что это правда. Такого просто не могло случиться. Поэтому нам нужно докопаться до истины. Но пока я думаю так же, как Донни Перфекто. Валерия Сандовал солгала, чтобы отомстить Диего. Ты ее видел, папа? Она была такой спокойной. И если она осмелилась разговаривать с нами, значит, сказала правду. Если это правда, земля разверзнется у моих ног. Я не хочу даже думать, что произойдет с Доней Перфекто. Это сеньор умрет. Она умрет. Но не сможет согласиться, чтобы Алисия Гвардиола крутила Диего, как когда-то крутила старшего сына. Нет, нет. Этого не может быть. Какой бы ловкой ни была Алисия Гвардиола, не думаю, что она осмелится на такое. Это подтвердило бы, что она безумна и опасна, и что Диего так же безумен, как и она, только сумасшедший может увлечься женщиной, которая убила его брата. Что с тобой, мама? Ничего. Ты странная. Со мной все в порядке. Нам ты тоже кажешься странной. С тех пор, как мы вернулись, ты не сказала ни слова. Как вы провели день? Очень хорошо. Мы всегда хорошо проводим время, когда мы с мамой. А куда она вас сегодня водила? А что? Ты никогда не спрашиваешь нас об этом. Иногда неплохо знать, где вы бываете. Разве нельзя спросить? Мы были в парке, как всегда. Ездили на машинках, потом гуляли у озера. Нам нравится озеро. А ты? Можно узнать, чем ты занимался? Чем я мог заниматься? Провел весь день в усадьбе. Много работы. Да, хватает. А почему вы вернулись вместе? Где-то встретились? Нет, мама. Я всегда заезжаю за близнецами в дом Хустина Бриньона. Что с тобой, мама? Чем объяснить этот допрос? Вопросы, вопросы. Ты даже не притронулась к еде. У меня нет аппетита. Пожалуйста, простите меня. Мама. Мама, не отрицай, с тобой что-то происходит, и я хочу знать, в чем дело. Так что не молчи. Я неважно себя чувствую. Ты заболела? Возможно. Снова язва? Так, недомогание, от которого пропал аппетит. Если хочешь, позовем Димаса. Нет, нет. Не нужно, не беспокойся. Мама, пожалуйста, если тебе не здоровится, лучше сразу позвать врача. Почему ты не смотришь мне в глаза? Не трогай меня. Мама, что с тобой происходит?
Со мной ничего не происходит. Просто мне не нравится, что ты так обо мне беспокоишься. При малейшем недомогании обращаешься как с больной. Я высплюсь, и завтра у меня будет другое настроение. С Божьей помощью. Диего в таком отчаянии, что предложил мне подобную глупость. Мне пришлось убеждать, что это безумие, и, уверяю вас, это было нелегко. Зачем его разубеждать? Разве это не лучший выход? Ваша ситуация не имеет решения. Мы не можем быть такими жестокими с Доньей Перфектой. Как мы можем оставить ее одну? Это было бы непростительным предательством. Это было бы ужасно. Разве не так она поступила со мной? Она повела себя подло, предала меня. Ничего не сказав, не предупредив. Она нанесла мне удар, когда я больше всего верил в ее любовь. Когда был убежден, что проведу с ней всю жизнь. Она меня бросила, чтобы уйти к другому. Ее не волновало, что я кричал от боли. Если вы уедете с близнецами и поженитесь тайком, то вернете ей часть ее долга мне. Я вас уже просила не использовать меня для своей мести, сеньор Бриньон. И сейчас снова прошу о том же. Я не могу принять предложение Диего, потому что эта сеньора умрет. Я не умер после того, что сделала она. Как может умереть эта бесчувственная железная старуха? Подумайте, Алисия. Идея Диего не так уж безумна и жестока. Как бы вы ни старались, она никогда не примет ваших отношений. Вы никогда не получите ее согласия. Нужно принимать решительные меры. Я этого не сделаю. Не посмею. Вы собираетесь вечно оставаться невестой Диего? Если даже Мегате узнает о ваших отношениях... Нет. Нет. Это перестало быть секретом. Скоро это станет достоянием гласности. И рано или поздно дойдет до слуха Перфекты. Когда она узнает, то сделает... Даже невозможно, чтобы разрушить вашу любовь. Не доверяйте ей. И научитесь атаковать в лоб. Безжалостно. Сомнения могут привести к фатальному результату. Может, ты хотел предупредить меня, Амадор, что твоему брату Диего угрожает опасность, и ты не хочешь, чтобы это ужасное преступление повторилось. Если бы ты мог связаться со мной, сынок, если бы появился передо мной, чтобы сказать мне правду, мне бы не было страшно. Чего я действительно боюсь, так это остаться одной, побежденной этой проклятой женщиной. Если ты можешь, помоги мне найти правду. Я не могу согласиться с тем, что Диего интересуется такой преступницей, как Алисия Гордиола. Я, не отрываясь, смотрела на моих внуков, спокойно шагающих рядом со мной, как будто ничего не происходит. Не могу поверить, что они способны предать меня. Неужели такие маленькие, наивные дети могли перенять дурные наклонности своей матери? Какой властью над ними она обладает? Не могу поверить, что Диего настолько наивен, и что мои собственные внуки способны предать меня. Какое бы влияние ни имела на них Алисия Гуардиола, я не могу в это поверить. Подлость этой женщины не знает границ. Если она посмела похитить и убить вашего сына Амадора, перед чем она может остановиться, Доня Перфекта? Я должна получить подтверждение, чтобы поверить. Сам Диего должен сказать мне об этом. Если это то, что вам нужно, я сама всем займусь, Доня Перфекта. Я сейчас же поеду в усадьбу и потребую от него правду. Зачем нам ждать? Ты никуда не поедешь, и тем более разговаривать с Диего. Это было бы непростительной ошибкой, и Доня Перфекта права. В настоящий момент, хоть это тебе и трудно, нужно поступать как можно осмотрительнее. Нет, думаю, надолго моего терпения не хватит.
Ночью я глаз не сомкнула, все думала, думала, связывала концы с концами и не пришла ни к какому выводу. Я наблюдаю за Диего, наблюдаю за детьми. Все такие спокойные. Это опровергает все, что сказала эта мерзкая женщина, которая отравила нашу жизнь своими ядовитыми словами. Эти слова могут оказаться правдой, хоть вы отказываетесь поверить. Диего не может влюбиться в женщину, виновную в смерти брата. Но он не считает ее виновной, Доня Перфекта. Он много раз говорил, что верит в ее невиновность. Он обращается с ней с большой любезностью даже перед вами. И что еще нужно, чтобы поверить? Может, он ее жалеет? Делает так из уважения к близнецам? Доня Перфекта, вы сами надеваете повязку на глаза, чтобы не увидеть правды. Согласитесь с этим? Не запутывай меня еще больше, Иллюминато. Если бы мы могли заставить Валерию Сандавал сказать правду, если бы могли узнать, что здесь правда, а что ложь? Не печальтесь, Донья Перфекта. Вы не одна. Помните, что у вас есть мы. Мы сделаем все, чтобы вам помочь. Все. Смотри-ка. Очень странно, что они появились в наших краях. Какого черта они здесь ищут? Что с вами, Доня Перфект? Со вчерашнего дня вы нервничаете. Нет, ничего. Дети в своей комнате? Конечно, сеньора смотрит телевизор. Вы уверены, что они там? Да, уверена. Смотрите, чтобы они не ушли и чтобы не забрались на чердак. Идите. Бласина. Да, скажите, Диего там? Нет. Ничего ему не говорите. Я только хотела узнать, проведет ли он ночь в усадьбе или приедет в поселок. Ты не заметил ничего странного в бабушке? Да, с ней что-то происходит. Когда она на меня смотрит, у меня мороз по коже. Она такой еще не была. Смотрит с недоверием, нервничает. Мне не нравится ее поведение. Давай спросим, может, она заболела, но не хочет говорить. Вы куда, дети? Доня Перфекта не желает, чтобы вы выходили из комнаты. Она очень сердитая. Что вы еще хотите услышать? Я сказала все, что должна была сказать. И мне не нравится, что вы разыскиваете меня. Мне не нужны проблемы с мужем. Не знаю, понимаете ли вы величину проблемы, которую создали. И сейчас мы требуем, умоляем, пожалуйста, скажите нам правду, потому что мы в полном отчаянии. Если вы солгали или ошиблись, скажите нам об этом. Я не солгала и не ошиблась. И не опровергаю того, что сказала. Проверьте все сами. Только дождитесь ближайшей субботы, когда Диего обычно приезжает в усадьбу с этой женщиной. Но мы не можем столько ждать, тем более Доня Перфекта не может ждать. Если сомневаетесь в моих словах, попробуйте застать их врасплох. Только больше не ищите меня. Мы договорились. Не впутывайте меня в это дело. Понятно? Никто ничего не знает ни в поселке, ни в усадьбе. Я вас предупреждала, Доня Перфекта, потому что знала, что происходит. Но ни вы, ни папа не хотели мне верить. Я уверена, Диего похитили. Так же, как его старшего брата. И к
кто мог это сделать. Все ясно, Алисия Гвардиола снова решила повторить свой подвиг. В этом нет сомнений. Диего не вернулся домой, Доня Перфекта. Нужно что-то делать, чтобы не случилось того, что случилось с вашим старшим сыном. Своего сына Диего вы тоже найдете мертвым, как нашли Амадора. Сынок. Сынок, что тебе сделала эта женщина? Ответь мне, умоляю тебя. Ради всего святого, ответь мне. Бабушка еще не встала? Встала уже давно. Думаю, ночью она вообще не спала. Я слышала, как она ходила по дому. Что с ней происходит? Странно, что она не приходит завтракать с нами. Она не завтракает, не обедает и говорит, что нет аппетита, причем уже несколько дней. Она и старик Лаурентино и Люминада нервничают с субботы. А что произошло в субботу? Понятия не имею. Они вернулись очень взволнованными с ковровой фабрики. Сеньорита Иллюминада рыдала, как Магдалена. Потом они закрылись и разговаривали, как это делают сейчас, там, в гостиной. С ней разговаривает этот старый зануда. Она не отказалась ни от одного слова. Я не знаю, что думать, Донни Перфект. Откровенно говоря, Валерия Сандовал уверена в том, что говорит. Я готов встать на сторону Иллюминадиты, которая убеждена, что эта женщина говорит правду. Я не могу поверить, пока у меня не будет доказательств. Если у нас нет доказательств, то нужно подождать, как говорит сама Валерия. Послушайте, Донни Перфекта, скорее всего, в субботу Диего снова привезет Алисию в усадьбу, и мы застанем их врасплох. Диего приедет в поселок на неделе. Но мы не знаем, навестит он эту женщину или нет. Он почти всегда приезжает по средам. Сегодня вторник. Завтра мы должны быть начеку. Я больше не вынесу неизвестности. Меня убивает это. Я не знаю, как скрывать свою тоску. Мне даже снятся кошмары, Лаурентино. Я прямо сейчас еду в усадьбу. А зачем? Чтобы поссориться с Диего? Нужно набраться терпения, Донни Перфекта. Я не буду ссориться с Диего. Я только попытаюсь выяснить правду. Бласина, кто-то из служащих дома должны что-то сказать. Это невозможно, чтобы все покрывали такое кощунство, если это правда. Диего угрожает опасность Лаурентино. Клянусь, это так. Какого черта? Разойдитесь! Разойдитесь! Дон Диегито. Дон Диегито. Кто был сильно? На конюшне дерутся Альберо и Хайро. Почему? Не знаю, но если вы не поторопитесь, они убьют друг друга. Что такое? Спокойно. Спокойно. Какого дьявола вы здесь затеяли? Либо вы успокоитесь, либо я сам вас успокою. Можно узнать, что здесь происходит? Вы ведь всегда были хорошими друзьями. Почему сейчас хотите убить друг друга? Личные проблемы. Похоже, виной всему женщина. Одна из этих девок, которая работает в доме Корнелия Гварниса. Не вмешивайтесь в то, что вас не касается. Это касается еще как касается. Потому что ему поручено присматривать за вами и поддерживать порядок в усадьбе. Так что послушайте меня внимательно. Я больше не буду повторять то, что скажу. Это место работы. И его нужно уважать, понятно? Если вам хочется подраться, делайте это подальше отсюда. И не дай бог, я узнаю, что вы снова затеяли драку. Еще одна драка, и я вас уволю. И не стану слушать объяснений. А теперь за работу. Идите. И вы тоже, кавальерос. Спектакль закончился. Вернитесь к работе. Из-за женщины? Да, Бласина. Они подрались по вине сеньориты, которая работает в доме с плохой репутацией. Они не думают о последствиях, Бласина, дают волю своей страсти. Когда впереди замаячит юбка, многие теряют голову.
Вы бы тоже ее потеряли и дрались из-за женщины, которую любите? Я бы убил за нее, Гласина. Но только за ту, которую действительно люблю. Однако, я бы пальцем не пошевелил, чтобы защитить честь женщины, которая играет с любовью мужчин. Если бы все люди думали так, как вы. Вы ждете гостей? Будьте любезны, повторите еще раз. Вы собираетесь устроить праздник здесь или в доме Дона Хустинито? В доме сеньора Бриньона. И речь идет не о большом празднике. Это будет вечер в узком кругу, чтобы отметить его день рождения. Значит, у него день рождения? Завтра. Я знаю, что сеньора Бриньону это не понравится, но такую важную дату нельзя оставить без внимания. Конечно, это очень важно. Как не отпраздновать? Он этого заслуживает. Скажите, сколько бутылок нужно купить и кого пригласить? И я все сделаю сам. Я полечу как ракета. Мегатео, повторяю, речь идет не о помпезном празднике, вовсе нет. Мы устроим скромный вечер, иначе вместо благодарности сеньор Бриньон рассердится. Я хочу, чтобы ты пошел в кондитерскую и заказал хороший большой торт. Конечно, сеньора Алисия. На сколько персон? Ненамного. Будут самые близкие. Дима с Пантоха, ты. Дон Диегит, он не может не присутствовать. Не знаю, стоит ли его приглашать, и не знаю, сможет ли он приехать. Скорее всего, он будет занят в усадьбе. Как бы он ни был занят, это особая дата. Он не может не присутствовать. Так же, как и близнецы. Конечно, если Донья Перфекта позволит им прийти. Мне бы хотелось, чтобы были мои дети, они ведь его очень любят, но это невозможно. Пока найди Диму Сапантоху и предупреди его, чтобы он не занимал завтрашний вечер. Позвоните Дону Диегиту, скажите, чтобы он приехал. Честно говоря, мне не нравится звонить в усадьбу, но я попытаюсь. Мне бы тоже хотелось, чтобы он был. Тебе неприятно, что я приехала без предупреждения? Нет, мама, просто мне кажется это странным. Я за тебя переживал, потому что ты сказала, что тебе не здоровится. Это просто усталость. У меня было слишком много работы на фабрике. Я так измоталась, что попросила Лаурентино отвезти меня в усадьбу. Нужно подышать свежим воздухом, отключиться от проблем. Ты поступила правильно, мама. Уже пора подумать немного о себе. Ты так не считаешь? На это у меня нет времени. Слишком много работы. Значит, ты занимаешься своими обычными делами? Именно так. Это хорошо, что Доня Перфекта приехала в усадьбу, чтобы немного отдохнуть. Только делать это следует почаще. А эта сеньора работает как рабыня. И ради чего? То же самое говорю ей, да. К счастью, она позволила помогать ей на текстильной фабрике, а то взваливала все на себя, даже руководство ассоциациями, от чего тоже пришлось отказаться. Не было времени даже вздохнуть. Столько работать в ее возрасте. Не то, что я считаю ее старой, но годы дают о себе знать. Думаю, со временем она передаст мне и ковровую фабрику, потому что она отнимает много времени, не позволяет заниматься личными делами. Доня Перфекта должна наслаждаться усадьбой. Если это делают другие, почему не может она? Мама близнецов ведь тоже часто сюда приезжает.